Друзья, добрый день! Рада вас приветствовать на нашем канале «Переезд Краснодара в Краснодарский край». Меня зовут Екатерина Романенко, Центр недвижимости «Компромисс». Сегодня мы с вами находимся в муниципальном образовании город Краснодар и будем смотреть домик 2022 года постройки на земельном участке 6 соток, дом 88 квадратных метров с отличным ремонтом, с мебелью по очень доступной стоимости на сегодняшний день для этой локации. Это дом со всеми центральными коммуникациями: газ, свет, вода. Стоимость дома будет составлять 8 миллионов. Давайте начинать. Сегодня мы с вами находимся в станице Старокорсунская. Это ближайшее окружение Краснодара и относится к муниципальному городскому округу. Дорога в станице такая вот грунтовая везде. До выезда на асфальт здесь недалеко, порядка 800 метров. Магазинчики ближайшие также порядка 300-400 метров. Там же остановка общественного транспорта. В станице есть школы, детские сады. Также есть выход к реке, чтобы можно было погулять, рыбку половить. Ну вот такое все здесь у нас имеется. Быстрый выезд отсюда на Черноморское побережье, поскольку очень удобный выезд на дороге. Что касается работы, то кто-то в Краснодар, кто-то здесь определяется, кто-то в хутор Ленина. До хутор Ленина здесь порядка 13 минут на машине, если у нас нет пробки. Но, к счастью нашему огромному, пробок здесь сейчас уже быть не должно, потому что в прошлом году делали дороги, сделали, расширили вот этот участок дороги от Краснодара до... Нет, Краснодара, вот чуть ближе, от хутора Лейна до Старокурсунска. Это была прям такая проблема. Ближайший торговый центр огромный здесь – это Озмол. Но в целом мы с вами в городе, хоть это и станица. Городская прописка здесь будет, для кого это важно и интересно. А мы давайте приступать к нашему видеообзору. Предлагаю вам переходить уже к осмотру участка и пойдем дальше в дом. Давайте начинать. Заходим мы с вами на участок. Здесь у нас не широкий фасад. Здесь такая вот въездная группа, распашные ворота. Рядом входная калитка. Ширина заезда здесь 4 метра. Ну и вот такой в собственности длинный заезд. Но этот заезд у нас не имеет отношения к нашему земельному участку. То есть не приплюсован. 6 соток. Это будет полноценная ширина участка. Давайте сейчас зайдем. Все с вами посмотрим. Вообще станица Старокорсунская — это такое считается ближайшее окружение города Краснодара. Земли тут тоже с каждым годом все меньше и меньше. И вот хороших участков, широких, таких просторных. Ну вот 6 соток на сегодняшний день считается прям хороший участок для данного местоположения. Ну, смотрите, вот такой заезд. Это ваш собственный. Въездные ворота поставлены там в самом начале. Никаких тут сервитутов, никаких застройщиков. Земля оформлена в собственность на владельца. Так, домик будет 88 квадратов. Мы к нему вернемся обязательно. Сейчас давайте обойдем участок, посмотрим ширину, да, где что можно поставить. Широкий, хороший участок. Конечно, здесь и баня, и парник. И сад, все это зайдет. Место есть всему. Отступы все необходимые по строительству дома, да, от заборов со всех сторон. Все здесь у нас соблюдено. И с левой стороны, сейчас давайте обойдем. И с правой стороны здесь тоже все в порядке. Отмостка есть по периметру всего дома. Пора участок, нечего рассказывать, да? Давайте тут вот по заборам пройдем, посмотрим, что по периметру у нас везде заборы с профлиста, внизу сетка рабица. Дом у нас, друзья, сказала, 22-го года постройки. Дом на ленточном фундаменте, внутри газоблок, сверху облицовочный кирпич, ленточный фундамент, лента, цоколь, плита. Сделан водосток. Крыша накрыта профлистом. Фронтоны подшиты также профлистом. Сделан везде водосток. Коммуникации у дома все центральные. Газ, свет, вода, канализация, септик. Септик на 4 куба. Газовый счетчик здесь у нас на улице. Так, ну что, крылечко, да? Вот такое у нас ведет в дом. Ну, для заезда под машину тут уже нужно подумать, да, куда. Либо вот за ворот, вот отсюда, вот левее тут бетонку залить,
либо прямо на въезде. Ну, земли как-то мне так много, уж как-то 6 суток почему-то мне кажется очень много здесь. Такое ощущение, что здесь не 6, а фактически больше, но по документам 6. Так, из фруктовых деревьев у нас здесь вишня и яблонька сидят. Ну, а все остальное нужно будет уже нам посадить здесь самостоятельно. Ну что, вот такой домик. Дом с ремонтом, с мебелью. Напомню, 8 миллионов стоимость объекта. Давайте будем заходить, осматриваться уже изнутри. Друзья, я вам спешу напомнить, что у нас есть классный телеграм-канал. Если вы на него еще не подписаны, подпишитесь, пожалуйста. Ссылка всегда внизу в описании к каждому видео, сейчас перед вами на экране. На канале мы предоставляем важную актуальную информацию по рынку именно Краснодарского края. Поэтому, если вы хотите купить или продать недвижимость, думаю, вам будет интересно. Я вам буду благодарна за подписки. Подпишитесь, пожалуйста. Итак, заходим в дом. Давайте оглядимся с входной двери. Такая вот, да, хорошая входная дверка здесь уже установлена. И далее мы с вами попадаем непосредственно в сам дом. Напомню, что площадь жилого дома у нас 88 квадратных метров. Давайте пройдем по планировке. С крыльца мы зашли и далее попадаем в такое объединенное пространство кухня-гостиная вместе с коридором. Здесь нам поставили 28 квадратных метров. Но думаю, что здесь, если на ширину коридора убрать, то здесь будет метров 8-9, если разделить. В общем, ставят нам гостиную 28 квадратных метров. А кухня у нас будет отдельно. 17 квадратных метров с левой стороны. Далее идет спальня 11,8 квадратных метров. 13 квадратных метров. Следующая спальня, вторая и третья спальня 11,2 квадратных метра. Друзья мои, ура! Санузел раздельный для тех, кто его ищет. Пожалуйста, в этом доме. Ванная комната 3,7 и санузел 2,1. Давайте будем все смотреть. Итак, на входе у нас расположилась прихожка, коридор, холл, кому как нравится. На полу лежит плитка, теплый пол. И вот эта плиточка у нас идет ровно до половинки. Здесь должен быть шкаф-купе с правой стороны. А шкаф-купе здесь войдет. Давайте посмотрим. Ну, я думаю, сантиметров на 40 он здесь встанет. Также вот сюда спрятались, да, все вот эти вот тумблеры. Здесь все подписано, чтобы никто ничего не забыл, что где как отключается. Стены у нас в данном объекте под покраску. Потолки натяжные матовые с точечными светильниками. Ну, куда пойдем? Пойдемте в кухню. 17 квадратных метров площадь данного помещения у нас составляет. Здесь пока у нас нет кухонного гарнитура, но есть уже красивые ремонтные работы выполнены. Вот такой стояк сделан. Прямо красивая декоративная штукатурка. Стены здесь все под покраску. Очень уже прямо хочется усесться за такой столик. Ну и место предусмотрено. Место предусмотрено для большого кухонного гарнитура. На отопление работает газовый котел. На отопление на горячую воду. Ну и, соответственно, вот весь этот угол у нас предусмотрен под кухонный гарнитур. Также здесь теплый пол. Далее у нас с вами гостиная. 28 квадратов на техпаспорте, но мне очень хочется, как обычно, вычесть площадь коридоров, поэтому буду говорить, что 10 квадратов у нас коридор, и вот площадь гостиной 18 квадратных метров. Поскольку это все у нас open space, открытое пространство, то выглядит, конечно, это все очень шикарно. И интерьер подобран красивый, ремонт сделан хороший. Вот прямо, знаете, сейчас же есть модное название, и вот это вот понимание наконец-таки приходит у некоторых, к сожалению, не у всех, но у некоторых собственников приходит, что нужно подготовить дом к продаже так, чтобы было сюда приятно заходить. И вот дом действительно, хозяйка, прямо ей огромное спасибо, все убрала для того, чтобы мы могли, и подготовила так, чтобы было его приятно снять, показать. И вот каждый мог себя почувствовать в этом доме действительно как дома. Хоумстейджинг, как говорится, вклинивается в нашу жизнь. Никто его не отменял. Надеюсь, что собственники будут к нам прислушиваться и вот до такого, до идеального состояния доводить объект, чтобы
Ну, я же понимаю, что смотрите не всегда с телефона, знаю, что смотрят из телевизора в объекты. И, конечно, хочется найти объект свой и примерить его на себя, а не с чужими вещами, фотографиями, горшками и всем прочим. Но такого у нас бывает нечасто пока что. Но, надеюсь, будем над этим работать. Так, мы переходим в следующую комнату. Вы же тоже понимаете, да, что каждый раз перед каждым приходом покупателя убраться так фактически бывает невозможно. Но, по крайней мере, у нас есть красивый видеообзор, в котором будет все понятно, как же дом выглядит в своем идеальном варианте. Так, данная комната у нас спальня. Стены здесь также под покраску, такой приятный серый. Потолок натяжной, матовый. Осветительный прибор здесь предусмотрен, люстра. И где зона изголовья, там у нас декоративная вставка. Да? Тоже смотрится все это очень-очень симпатично. Две жилые комнаты мы с вами осмотрели. Предлагаю переходить к осмотру третьей спальни. И далее уже пойдем в санузлы. Так, с этой комнатой закончили. И переходим к осмотру еще одной жилой комнаты. Комната здесь такая вот у нас с поворотом, с нишей, да, как говорится. Но в то же время хорошо здесь можно расставиться по мебели, потому что вот где полка, не полка, а вешалка для одежды, вот в углу стоит, вполне туда встанет шкаф-купе для одежды. Здесь рабочая поверхность. Ну и там, где предусмотрена ниша, будет и диванчик, да, можно поставить зону, спальную зону сделать. Здесь тоже будет очень симпатично. А может быть, это останется такая гостевая комната а-ля кабинет. Вот такие три замечательные жилые комнаты у нас предусмотрены. А вот кухня-гостиная, как вам, кстати говоря, вот такой открытый формат кухни. Что ж у меня все кухня, да? Гостиная, кухня же у нас отдельно, помните? И, кстати, кухня для тех, кому нравится, чтобы был единое пространство. Вот, пожалуйста, двери всегда открыты. Арочный проем, а если хочется, чтобы двери закрыли, вот установили вот такие прозрачные купешные двери. Тоже здорово. Вот напишите, пожалуйста, в комментариях в этом объекте. Здесь-то что обсуждать? Санузел раздельный, кухня отдельно, гостиная отдельно. Вот такой формат кухни-гостиной. Это вот хорошо, что не установлен коридор, не установлена вот здесь вот стена, да? Вот сюда вот стена, вот сюда стена. И не отдельно площадь гостиной. А может быть, кстати, смотрите, если вам очень нужна четвертая спальня, прям нужна четвертая спальня, вот здесь может оказаться ваша четвертая спальня. А кухня... Гостиная наша, там почти 17 квадратов. Вот сейчас кухня, а будет кухня-гостиная. Но вопрос в следующем. Нравится ли вам, когда вот такое открытое пространство, коридор, переходящий в гостиную? Или же все-таки лучше, чтобы была изолирована здесь стена? Так, а я пошла дальше. Значит, стены здесь у нас все под покраску. Здесь стена под телевизионную зону, она предусмотрена вот такая венецианская штукатурка. Так, а мы возвращаемся к санузлам. Раздельный санузел, ванная комната, пожалуйста, вашему вниманию. Ну, бывают же, вот это вот все, как в идеале нам хочется, да, чтобы мы всегда заходили в идеально убранное помещение, а еще и подготовленное так, чтобы хотелось все рассмотреть. Стены частично тоже с декоративной штукатуркой. Это ее не неровно покрасили, это она вот такая, венецианская штукатурка. И здесь вот такой вариант плитки. Ну, ванна просто загляденье. Вроде ничего особенного. Обычная ванна. А когда вот все уложено, красиво, такое ощущение, что никто не жил. На самом деле живет семья. Вот такой домик может быть вашим. Кстати, соотношение цена-качество очень даже хорошо относительно станица. И участок хороший по площади, и ремонт сделан, и наполнение. Очень даже достойно. Санузел раздельный, да? Вот сюда мы в туалет переместились. А здесь стенки также венецианская штукатурка. Ну и вот можно даже стиральную машинку сюда. Или какие-то полки для хранения.
потолки натяжные и матовые, а то не обратила сразу ваше внимание. Итак, друзья, закончили мы с вами осмотр этого замечательного, красивого дома. Домик на самом деле производит только лучшее впечатление. Хороший просторный земельный участок, 3 жилые комнаты. Есть возможность сделать 4-ю спальню, если вам это необходимо. Огромная кухня. Благодарю всех, кто досмотрел видеообзор до конца. Надеюсь, дом понравился, быстро найдет своего владельца. Вы не забывайте подписаться на наш канал, если еще не подписались. Буду вам благодарна за ваши подписки, также за ваши комментарии, за ваши лайки. Ну и, конечно, за ваше доверие, когда вы приезжаете, покупаете с нами и доверяете нам продать свой объект недвижимости. С вами я, Екатерина Романенко, Центр недвижимости «Компромисс».